такая сильная отдача будет, надо сильнее брать. Я так на расслабоне брал. Я не знаю, правильно это объяснить или нет. Пистолет, он слишком легкий, и рука вот так, вот так. Автомата можно легче зафиксироваться. Ну и в целом это оружие предназначено для длинных дистанций, нежели чем пистолет, поэтому удобно. Не, эмоции, конечно, крутые. Но я никогда не стрелял, тем более, знаете, так с пулемета. Сейчас идет подготовка к финалу Кубка России международных соревнований. Можно также осуществить пешок, кстати, есть желание? Сейчас? Почему? Или в будущем? Почему бы не сегодня? Ну это с инструктором будет, верно? Да, да. 4000, да. 4000 метров? Да, да. Честно сказать, я сюда умирать не приехал. Я, честно сказать, приехал сюда пострелять по плану. Не было вообще плана с парашюта летать. Да мне казалось, что ни за какие деньги они прыгнут. Но вот предложили, чисто на понт взяли, как бы отказываться тоже не вариант. Поэтому, ну я прыгнул. Угу. Да. Ну я тебе желаю удачи. Или себе. Я тебе тоже желаю удачи. Да, 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 было неплохо на самом деле. Мечтал совершить. Парашюта прыгнуть? Да. Я думал, когда все сделаю, когда я буду готов умереть, только тогда. Вот. Ну тогда я думал, лет 60. У меня парашют есть. Давай, опа. Ну что, чё, тебя поздравляю. Спасибо. Ты молодец. Это он первый прорыв. Правда не боялся? Ну я да, боялся. Вообще не боялся. Ну тогда увидимся у нас на аэродроме Гудской. Я тебя поздравляю. Спасибо. Это было круто. Спасибо. Фу, приезжайте все.